меня Дон разольется. Ты с каждым годом мне дороже, ты с каждым годом мне роднее. Ты никогда понять не сможешь любви безвыходной моей. Кому обращены эти стихи казачьего поэта Николая Туроверова? Ты обрекла меня на муку, но буду славить вновь и вновь я нашу страшную разлуку, неразделенную любовь. Стихи эти адресованы родине России. Они были воспитаны в степях, и дух казачий – это существование в природе под православным крестом, воспитанные, вспоенные волей и славой. Казак рождался воином. На 40-й день одновременно с крещением в церкви младенец получал и боевое крещение. Отец надевал на ребенка саблю и сажал на лошадь. Трехлетние дети уже абсолютно свободно ездили верхом по двору, а пятилетние просто уже скакали по степи и чувствовали себя с конем одним целым. В своей крови они хранили генетический код, родственный первому знаменитому казаку Илье Муромцу. Посмотрим на эту карту, где обозначены места проживания казаков. 13 казачьих войск по окраинам империи и самое крупное – Донской. Уже по карте видно, что значили для страны эти 4,5 миллиона ее жителей.